Алматы – центр научной и образовательной деятельности. Каждый год стены высших учебных заведений покидают 250 тысяч молодых специалистов. Однако диплом о высшем образовании многим становится попросту ненужным. Работу по специальности, по печальной статистике, находит всего 68% выпускников. Проблема безработицы среди алматинской молодежи давно и всерьез беспокоит руководство города. Аким мегаполиса постоянно напоминает о том, что необходимо тщательно изучать современные реалии рынка труда. Систему подготовки специалистов нам надо, наверное, пересматривать. Нужно ли такое количество студентов, если они не востребованы? Анализ показывает, что 68% выпускников устраиваются на работу, а по некоторым вузам и того меньше. Престижность алматинских университетов привлекает студентов со всего Казахстана. Каждый третий обучается в нашем городе. Отучившись долгие 5 лет и получив невостребованную профессию, остаются за бортом рынка труда. Те, кому позволяет бюджет, в поисках перспективных вакансий едут за границу. Пределы государства каждый год покидают 30 тысяч казахстанцев. Но и там нашим соотечественникам тяжело найти свое место из-за разрозненных стандартов обучения международных программ. Получается, что статус международной школы как бы признан сегодня в Казахстане, но все, что стоит за этим статусом, пока не признано. Вот это, конечно, огромная проблема. Сейчас образование за рубежом не мечта. Крупнейшие вузы Европы ищут таланты и в Казахстане, предлагая абитуриентам как гранты, так и коммерческое образование. Но вот остаться в чужом государстве и найти достойную работу может не каждый. Да и на родине полученные знания практически неприменимы. На этом фоне в Алматы заработали бюро по трудоустройству для молодежи, основным направлением которых стала переквалификация. По программе «Занятость-2020» можно освоить и профессии, что востребованы на рынке – слесаря, токаря, инженера, технолога. Молодые специалисты трудятся в любой из этих сфер, пока не найдут работу по своей специальности. Амина Абдрахманова, Токмолда Кусаинов, телеканал «Алматы».